Апноэ Клаб Горький представляет. Итак, начнем с самого популярного аксессуара Octopus. Это зажимы. Пожалуй, компания Octopus самый большой выбор цветовых решений зажимов. И на самом деле любой сможет подобрать для себя что-то индивидуальное, очень красивое. Подобрать цвет зажима под свой костюм, маску, пояс и все что угодно. Вот у нас, например, есть сейчас розовый, синий, желтый, серый, черный. Но на сайте выбор еще больше. По-моему, около 20 цветов. Самых-самых разных. Зеленые, фиолетовые, ну, прозрачные, каких только нету. Мне зажимы Octopus очень нравятся. Я сам ныряю в таком много лет. И менять его ни на что не собираюсь. Потому что, ну, он действительно очень удобный и практичный. Я пробовал нырять с тонкими зажимами, но все равно возвращаюсь именно к такому, потому что он достаточно массивный и с резиновыми накладками. Как-то его одеть неправильно, чтобы он начал пропускать или слетел, ну, практически невозможно. А, хоть так одень. Вот так. Давайте попробуем его снять. Надо приложить действительно хорошие усилия для того, чтобы он слетел. Компания Octopus две модели зажимов. Это вот классическая модель, которую они производят достаточно много лет. И новинка, так называемый Nose Clip Carbon. Он менее массивный, но по-прежнему сделан из пластмассы или чего-то подобного. Не знаю, может быть, из карбонового какого-то материала. Вот. Но такая же у него резиновая накладка, скорее всего, сменная, тоже как у классической модели. И очень легкая, ну и стильная. Кроме этого, в зажимах Octopus мне нравится само исполнение всех дополнительных каких-то аксессуаров. Это такая очень качественная веревочка, бегунок из металла. И само крепление зажима к веревке выглядит очень-очень стильно, технологично и надежно. Ну, согласитесь, это совсем другое дело, ну, не то, что просто зажим на веревке. Кроме всего прочего, очень классно, что у зажимов Octopus есть сменные накладки, которые можно всегда заказать и сделать ваш зажим новым. Дело в том, что по мере использования резиновые накладочки, они, ну, могут просто стать грязными, или у них вот эта рифленая поверхность, ну, может обточиться, они могут стать гладкими и начать слетать. Вот можно заказать, это просто копеечная вещь, я даже не знаю. Иногда их просто так отдают. Наверное, стоит несколько сотен рублей. Раз в несколько лет можно поменять, и ваш зажим станет новым. Вот, в общем, вот такая история про зажимы. Кроме всего прочего, зажимы Octopus достаточно недорогие. То есть, ну, цена вот такой модели примерно 2500 рублей. Я считаю, по соотношению цена-качество, это просто лучшие зажимы, которые сейчас есть на рынке. А при условии, что можно выбрать разные расцветки, ну, просто очень классная вещь. Рекомендую.